Вода прозрачная просто. Мы в Кемере возле Moonlight Park. Здесь по променаде гуляем. Вода, пожалуйста, чистенькая. Вечером людей тут много. Музыка со всех баров доносится. Но сейчас еще так тихо, спокойно. Но тут уже ветерок. Можно и посидеть, взять какой-то стакан, то, что желают, кофе, чай или более крепкие напитки. А можно просто перекусить или даже поужинать и пообедать. Вода какого-то нереального цвета постоянно. Вчера вообще черная была края. Сегодня совершенно другой цвет. Вот Кемерон. Сверху горы. Чуть дальше все остальные города. И вот тут, чуть дальше Анаталия. От Анаталии до Кемера около часа. Часа езды. Ну, уже потом во все отели развозят.
Mm-hmm.